Последние несколько лет я в конце каждого года составляю некоторый такой небольшой план на следующий год. Данный план в себя включает следующее. Некоторые книги, которые я хочу прочесть, некоторые навыки, которые я хочу освоить или улучшить, знания, которыми не обладаю, но которые считаю для себя интересными или необходимыми. То есть не все завязано чисто на материальный аспект. Бывает просто вот интересно что-то и хочется это узнать. Ну и, конечно же, составляю список некоторых вещей для хобби или для жизни, которые хочу приобрести, заполучить. И вот, составляя такой список каждый год, расставляя некоторые приоритеты, я заметил, что на самом деле как-то все это дело с большей долей вероятности воплощается в жизнь. Так и этот год, 18-й, хотя он для меня был, прямо скажем, не самым лучшим, но тем не менее, из задуманного, учитывая все сложности, многое получилось. Вот и на этот год, на 19-й, я буквально на днях буду составлять такой коротенький списочек. Конечно, в идеале этот список где-нибудь вывесить в общественном доступе, чтобы уже четко было понимание, что если что-то сказал, значит, надо будет какой-то уже отчет людям показать. Но я пока не готов так вот его размещать. Тоже на это есть некоторые причины. Пока морально не готов. Но для себя, руководствуясь вот такими заметками, которые я делаю, я уже просто понял одно, что реально таким образом желания, какие-то мои мечты, они осуществляются. То есть получается, что у меня все это не потеряно, оно у меня записано. Я согласно 12 месяцам в году, согласно общей ситуации, так или иначе нахожу возможность части задуманного осуществить. Ну и если говорить относительно 18 года, да, некоторых пунктов я не выполнил, некоторых каких-то вещей, которые хотел, я не приобрел и некоторых знаний не получил, но часть из списка я осуществил, и это радует. И, соответственно, на 19 год будет точно такой же список. И просто самому интересно, что получится. Ну и хотелось узнать у вас, как вы планируете ли свою жизнь, какие-то опорные точки в жизни, как это делаете, если планируете, насколько это все эффективно. Ну, как-то вот так. Такая мысль посетила, пока я иду на лыжах к одному из интересных участков.